Всем привет, приехали на речку. Сегодня хотим усача половить. Посмотрим. Сейчас Володя еще подъедет через час. Вот так красиво. Тихо, спокойно. Но похолодало. Будем пробовать. Друзья, поклевочка. О, сошла. Друзья, Володя подъехал. Надо помочь там вещи принести. Здесь поле, коров пасут, приходится так. А? Там и была раньше. Снизу? Ну да. Не бьется? Не знаю. Сейчас коров нету. Вот так вот на рыбалку перелазить надо. Ну да. Все, идем туда. Сейчас хотим эхолотом посмотреть. Володь, иди сюда. Вот так туда кинь. Смотрим сейчас. Все, оставь, пусть он плывет. Там рыба уже одна была. Там 1,6 метров. Ты иди сюда, потом через удочки перекинешь. Вон рыба тоже стоит. 1,8 здесь. 1,9. Все, 1,8. 1,7. Ну, тебе все равно надо дальше, у меня дальше стоят. Вытаскивай. Сейчас он туда, короче, вот так вот по диагонали кинь подальше. Вот так туда. Через мою. Два метра рыба внизу. Два метра там. Ну, там ровно 2 метра идет. А тут сколько? Вот здесь неровное дно такое. 1,8, 1,7. Ну, сейчас уже на подъем пошло. Ну-ка, вообще далеко кинь. Тоже по диагонали туда, подальше. Там, где русло. Два и один, большая рыба.
лесом стоял. Не знаю. Ничего больше нет. Давай потаскивай. Тащи к берегу сейчас. Вот здесь подъем. Рыбы нет. Ну, будем пробовать. Сейчас прикормим. Посмотрим. Молодец закидывает. Красота. Тихо, но прохладно. Угу. Смотри, чувствовал? А бабочки, наверное, да? Не знаю, сейчас посмотрим. Чё за фигня? Ничего, типа, вообще маленький. Ну, там вообще мелочь. Эти пока молчат, одна поклевка была. И крупняк. Володя там тоже одну закинул. Сейчас на поклево хочет поиграться, мелочь половить. Что, клевало, нет? Друзья, у нас там сосед нарисовался. Здесь столько места свободного, берег вообще пустой, он сюда именно пришел. В том году тоже здесь ловил усача. Неделю назад был, говорит, еще пока это не было. Ну, надеется, сегодня уже будет. Посмотрит, он закидывает. Молодец, там на поплывок мелочь ловит, бычков. Мама заказала, будет их фритировать, как семечки. Вот, поймали маленькую. А вот она такая, блин, мощная, как клевала. Все, отцепилась. А бывает так тоже клюнет, тогда дернет, и она потом кормушка потом катится, знаешь. Видишь, что-то непонятно. Опять. Что, пару раз дернуло? Або хорошо дернуло, да? Все. Все, друзья, мы сматываемся. Крупного ничего не поймали. Съездили на разведку, думали, усач начал.
Одного маленького поймали, отпустили. Всем желаю счастья, до новых встреч, подписывайтесь на канал. Всем пока.